Отличная обводка, шайба залетает в ворота! Йоэнсу! А вот здесь вот было столкновение у Алексея как раз с игроком, который... О'Нил обеспечил все для Йоэнсу. Да, да, как раз О'Нил и столкнулся с Алексеем Красиковым. Неприятный момент. Ну, этот шайб будет защитным, потому что это столкновение уже произошло после того, как Еси Йонсу отправил четвертую шайбу в ворот Сибири.